Здравствуйте, уважаемые коллеги. Тема доклада представлена. Выбор стратегии трансплантации в первой линии лечения передиффузной бэкропагнитической лимфомы не является очевидным либо стандартным, так как имеются данные рандомизированных исследований, свидетельствующие как о наличии, так и об отсутствии преимуществ выживаемости при применении этого метода лечения. Соответственно, это порождает неоднозначность клинической практики. С одной стороны, некоторые авторы ратуют за применение этого метода у всех пациентов, которым это применялось в исследованиях, где была получена статистическая значимость. С другой стороны, указывается на недостаток данных и необходимость дальнейших исследований для более полного выяснения необходимости применения. Соответственно, с этой целью было проведено два метаанализа двумя независимыми группами из Европы и из Китая. И результатом этих метаанализов явилось только то, что исследование необходимо продолжать дальше с учетом биологических характеристик опухоли, и что преимущество выживаемости, которое получается при применении высокодозной химиотерапии во фронт, является кратковременным. В общем, все аспекты, которые были рекомендованы авторами метаанализов, можно свести к следующим пунктам. Это изучение влияния биологических характеристик опухоли, то есть какие пациенты с какими биологическими характеристиками больше нуждаются в проведении трансплантации при ДБКЛ во фронт. Это влияние ответа на лечение и влияние метаболических показателей, полученных в результате проведения ПЭТ-КТ. Также влияние фактора высокого риска и поиск лабораторных показателей, которые могут повлиять на исход заболевания. Есть некоторые ретроспективные исследования, не рандомизированные, которые давали ответы на эти вопросы. Как с точки зрения биологии опухоли, допустим, при влиянии double-hit по типу было получено статистическое значимое различие выживаемости без прогрессирования при применении фронт. Также при учете у пациентов только с полным ответом на первую линию лечения, а также у пациентов с повышенным ЛДГ в дебюте. Для дальнейшего изучения в Центре имени Петрова также 2019 года проводится исследование с целью повышения эффективности лечения пациентов с диффузной бэкропагнитической лимфомой путем проведения высокодозной химиотерапии с аутотрансплантацией гемопатических клеток в первой полной ремиссии. Дизайн исследования следующий. Всего набирались пациенты с диффузной бэкропагнитической лимфомой только с четвертой стадии заболевания, что на момент сентября 2019 года не было представлено в источниках, а также только с значением практического индекса равным 2 и более. Всем пациентам проводилось 6 курсов стандартной иммунохимиотерапии, и при достижении полного либо частичного ответа им проводилась либо высокодозная химиотерапия с аутотрансплантацией во фронт, группа фронт, либо им проводилось только динамическое наблюдение, и эти пациенты вошли в группу контроля. Соответственно, 38 пациентов было в группе Афронт, 74 в группе контроля. Первичные и конечные точки представлены на слайде. Всего для этого исследования было проанализировано 516 пациентов. Путем последовательного применения факторов исключения в конечном итоге осталось 112. На данном слайде приведены краткие характеристики групп сравнения. В общем и целом группы сравнения были однородны по своим как клиническим, так и биологическим характеристикам. Средний возраст составил 47 лет в группе Афронт, 48 в группе контроля, и медиана наблюдения составила 47,3 года в группе Афронт и 53 года в группе контроля. Исходы пациентов были на март 2021 года следующие. В группе Афронт произошло 2 ранних и 2 поздних рецидива, в группе контроля 15 ранних и 5 поздних рецидивов. Основной причиной смерти и в той и в другой группе было основное заболевание, прогрессирование основного заболевания. И также смерть в группе Афронт была одна от осложнений лечения, и смерти в группе контроля представлены в таблице на слайде. При проведении статистического анализа были получены статистически значимые различия в частоте полных ответов до и после проведения Афронт высокодозной химиотерапии в группе Афронт. Соответственно, до применения частота полных ответов составила 61%, после применения 97%. Один пациент умер от осложнений лечения, и, соответственно, путем применения статистических методов анализа
достоверность различия была установлена. Также для поиска факторов, которые влияли на частоту рецидивов между группами, был использован точный критерий Фишера, и этими факторами являлись дабл-экспрессор по типу лимфомы, также сочетание по типу дабл-экспрессор и более одного экстрандального поражения, а также более одного экстрандального поражения, с одним из которых являлось легкое. При анализе только ранних рецидивов были выявлены следующие признаки. Помимо признаков, входящих в международный прогностический индекс, значимыми оказались также дабл-экспрессор лимфома, уровень экспрессии СМИК выше 40%, а также сочетание возраста более 50 лет и более одного экстрандального поражения. При анализе пациентов с учетом ответа, достигнутого на первую линию терапии, факторы были разделены на те, которые проявились только при полном ответе. Это, опять же, экспрессия ЦИМИК, дабл-экспрессор и поражение более одного органа, в одним из которых являлось легкое. Как видите, статистическая значимость увеличилась после применения высокодозной химиотерапии в группе АФРОНТ, что свидетельствует о позитивном влиянии, соответственно, АФРОНТ на исход в данной группе. И, соответственно, для пациентов с частичным ответом факторы, в принципе, оказались те же самые. Это возраст, ЛДГ, более одного стандартного поражения и очень высокая группа риска. При анализе выживаемости без прогрессирования были также получены статистически значимые различия между группами. Трехлетняя выживаемость составила 88,5% в группе АФРОНТ и 73,2% в группе контроля, что было подтверждено логарифм-тестом и отношением рисков наступления рецидива у данных лиц. Факторами, которые повлияли на выживаемость без прогрессирования, оказались экспрессия ЦМИК более или равна 40%, дабл-экспрессор лимфома, значение прогностического индекса международного 3 и более, а также поражение более одного органа, с одним из которых являлось легкое. Для получения прогностических факторов и построения возможной прогностической модели была проведена биноминальная логистическая регрессия, в результате которой были выявлены следующие факторы, которые позитивно влияли на двухлетнюю выживаемость без прогрессирования, то есть позволяли пациентам прожить 24 месяца без рецидива. Этими факторами явились наличие полного ответа, графа респонса на заболевание. Это уровень экспрессии CD3 лимфоцитов микроокружения выше или равен 20%, а также тип проводимого лечения, апфронт или контроль. Анализ проводился в общей группе, соответственно, здесь метод лечения апфронт высокодозной химиотерапии показал свое влияние как независимый прогностический фактор, повышающий выживаемость без прогрессирования у таких пациентов. Чувствительность метода и специфичность представлены в таблице. Чувствительность составила 61,5%, специфичность 94,4%. Учитывая, что основной целью терапии первой линии при диффузной бэкровоплечной лимфоме является достижение полного ответа, была построена еще одна модель, в которую были включены только пациенты, достигшие полного ответа на первой линии лечения. Здесь факторы оказались сходные. Опять же, апфронт и уровень CD3 лимфоцитов микроокружения показал свое позитивное влияние на выживаемость. Также были выявлены два фактора, которые показывали негативное влияние на выживаемость. Это наличие более одного экстрандального поражения и наличие коэкспрессии ЦМИК и BCL2. При анализе общей выживаемости также были получены статистически значимые различия, даже в большей степени, чем при выживаемости без прогрессирования. 92% для группы АФРОНТ и 71,7% для группы контроля. Факторами, которые повлияли на общую выживаемость, явились дабл-экспрессор лимфома и прогностический индекс значения 3 и более. Также для общей выживаемости была построена собственная прогностическая модель, и здесь были выявлены несколько других факторов, которые влияли на этот показатель. Опять же, позитивными факторами, как и в остальных моделях, оказались применение апфронт и уровень CD3 лимфоцитов микроокружения. Негативными факторами оказались наличие рецидива заболевания,
а также non-GCB подтип клеток лимфомы. При анализе бессобытийной выживаемости статистически значимые различия также были подтверждены. 86% составила трехлетняя бессобытийная выживаемость для группы Афронт, 69,7% для группы контроля. Основными факторами, которые влияли на бессобытийную выживаемость, оказались высокое значение прогностического индекса, а также поражение более одного органа с поражением легкого. На данном слайде представлены общие данные о токсичности лечения. Красным выделена наиболее высокая частота выявленных значений токсичности. Ну, соответственно, здесь наибольшая токсичность была в группе высокодозной химиотерапии, что вполне логично, в группе Афронт. А при индукционной химиотерапии общая частота осложнений была приблизительно одинаковой между группами. Итак, какие выводы можно сделать из проводимого в настоящий момент исследования? Во-первых, консолидация первой ремиссии методом высокодозной химиотерапии с аутологической трансплантацией гемофитических стволовых клеток при диффузной Б-клеточной клеточной лимфоме увеличивает частоту полных ответов на заболевание. Во-вторых, были определены факторы, влияющие на рецидив заболевания. Это дабл-экспрессор лимфомы, поражение легкого иного органа, а также сочетание этих факторов. И также были подтверждены влияние некоторых факторов, имеющихся в международном прогностическом индексе. Помимо этого, были выявлены факторы, влияющие на трехлетнюю выживаемость. Для всех видов выживаемости влияние подтвердило значение прогностического индекса 3 и более. Для общей и выживаемости без прогрессирования дабл-экспресса лимфомы, для выживаемости без прогрессирования и без событийной выживаемости поражение более одного органа с вовлечением легкого, а также для выживаемости без прогрессирования ЦМИК более 40%. И также для создания прогностического индекса были отобраны следующие факторы. Это проведение апфронт трансплантации, это уровень CD3 позитивных Т-лимфоцитов в микроокружении более 20% и полный ответ для выживаемости без прогрессирования. И к негативным прогностическим факторам относятся наличие рецидива заболевания, non-GCB подтип, наличие более одного экстрадального поражения и дабл-экспрессор лимфомы. Спасибо за внимание.